Так, ну что же, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые зрители. Сегодня поговорим о публичных выступлениях. Так получилось, что на Западе примерно со второй половины 20 века проводятся занятия с населением по обучению общению, коммуникациям. В частности, это делается в школах, особенно это делается в университетах. В России же тишина. Так получается, что зачастую навык публичного выступления нашим гражданам ставится, например, в школе при ответе учительницы перед доской, либо в вузе, и все. Таким образом, все мы имеем некую такую социальную дыру, и в эту дыру попадают все слои общества и все возраста. Видя эту проблему, я, Сергей Владимирович Семенков, провел инициативное пилотное исследование. Я изучил публичные выступления ректоров 100 ведущих вузов нашей страны. Это ведущие вузы, обращаю внимание, по версии эксперта. Результатом моей работы стал чек-лист Семенкова. Это я. Этот чек-лист не научит вас выступать публично, но потому что это навык. Да, нужно работать с вашим телом, реакциями и так далее. Но с помощью данного чек-листа, короткую версию я сегодня вам представлю, вы сможете провести оценку своего публичного выступления самостоятельно, либо оценить кого-то. Обращаю внимание, уважаемых коллег, что данный чек-лист, он не исследование, оно не носило вот какого-то смыслового вот подтекста, я не выискивал ошибок в речи, в смыслах, в работе ректоров. И более того, я не имею задачи, говорю на камеру, очернить кого бы то ни было. С уважением к труду уважаемых ректоров. Чек-лист позволяет сделать оценку. И по этой оценке мы сегодня и пробежимся. Почему ректоры? Прежде всего, ректор – это публичное лицо, на которого замыкается масса социальных связей. Это и бизнес, и там, не знаю, молодежь, студенты, и политика, и так далее, и так далее. Имидж ректора во многом определяет имидж всего вуза, учебного заведения, а часто и научного направления. И публичное выступление во многом формирует этот самый имидж. Часто бывает, что прекрасный, видный ученый ректор – совершенно не умеет выступать. И в результате страдает его репутация, репутация вуза. Особенно это чувствуется в конкурентной борьбе за студента, ну и в конце концов за бюджет. Переходим к чек-листу. Обращаю внимание, это шорт-лист, скажем так. Полная версия чек-листа составляет на сегодняшний день более 100 пунктов. Давайте посмотрим, как выступают наши ректоры. Обращаю внимание, чек-лист составляет два столбца, рекомендую, не рекомендую, ошибки и решения. Поехали. Первое. Однозначной ошибкой является работа в ограниченном числе форматов. Когда ректор, например, прекрасно, вот можете посмотреть вот в кабинете, в своем кресле, он прямо вот хорошо выглядит. При выходе на аудиторию, все, это зайчик, который стесняется и так далее, и так далее. Профессионал умеет работать в разных форматах. Стоя, сидя, двигаясь, коммуникации и так далее, и так далее. Идем дальше. Начало выступления без приветствия. Я вставил этот слайд, это общие некоторые моменты, потому что это некоторый такой бич, особенно при работе на камеру. Помните, как приветствовали «Спокойной ночи, малыши»? Здравствуй, Хрюша, здравствуй, псих... Степашка, благодарю, я уже забыл, давно это было. Здравствуйте, уважаемые детки! А при выступлении уважаемые взрослые ректора совершенно забывают о том, что нужно поздороваться с аудиторией, особенно с камерой. Здравствуйте. Идем дальше. Абсолютный бич взрослых, маститых людей, ректоров, ведущий сотни вузов крупнейшей страны в мире. А читает по бумажке. Публичное выступление по бумажке. Но это полный завал, вы можете посмотреть. Так профессионал не поступает. Наоборот. Мы используем короткие тезисы, при необходимости составляется маленькая такая шпаргалочка, куда можно подсматривать, но однозначно говорим своими словами. Идем дальше. Некоторый блок такой работа тела либо поза. Как мы подаем себя? Однозначной ошибкой является отсутствие движений, такой вот осанки. Я даже ввел термин «замороженность», когда уважаемый ректор
выступает, ну, как будто вот он закоченел, только глаза и рот работают. Ну, вот, классно, да, я сейчас выгляжу. Делаем выводы. Наоборот, профессионал умеет работать телом, выбирать правильный ракурс. Более того, скажу, что нужно уметь даже правильно стоять и сидеть. Но об этом чуть позже. Идем дальше. Ну, классика жанра. Так, сейчас я вам тут, детки, расскажу. Я же ректор там или кто-то еще. Вот, например, иллюстрация ректора одного из крупнейших вузов страны. Если представить, что мы не студенты и мы не знаем, кто это, а, например, иностранные инвесторы, захотим мы обратиться к такому человеку? Ну, как минимум, мы зададим вопрос. Наоборот, если мы при публичном выступлении правильно подавать себя на аудиторию, работать с аудиторией, ну, это там различные техники есть, они легко ставятся. Идем дальше. Посадка. Если мы выступаем сидя, вот однозначная ошибка, это вот так вот условно человек там разваливается, да, в кресле. Вот можете сравнить два одинаковых кресла, да, и кому мы, опять же, больше поверим. А мы всегда помним о том, что публичное выступление, мы работаем на кого? На клиента в широком смысле этого слова. И вот даже вы можете увидеть, ректор при такой крупной комплекции, он сел, это один из приемов, на краешек стула, да, расправил плечи, и совершенно другое восприятие нами этого интервью либо выступления. Дальше. Следующая ошибка. Уважаемый ректор не знает, куда себя деть. Вот сначала видео, да, представляют ректора, и посмотрите, вот кто сидит. Сидит такой зайчик такой, да, вот он не знает вообще, что и как делать. А я напоминаю, что публичное выступление – это навык, да, это работа тела. Включается часто на автомате, без того, что мы там что-то думаем правильно, неправильно. Это автомат. Либо есть навык, либо нет. С первой же секунды профессионал занимает правильную позицию и работает на аудиторию. Так выступают профи. Дальше. Экономия на себе. Публичное выступление, да, там какие-то позы, что-то вот там усталость, незначительность, да, вот такую какую-то вот замятость получается. Наоборот, ректор при необходимости, он может зажечь, он может включить ту или иной тембр, то есть он умеет работать с аудиторией, в том числе он видит аудиторию и реагирует на тавтологию, на ее реакцию от его выступления. Сложная мысль, я понимаю. Следующий блок – жесты. Работа руками. Классика. Работа, выступление без рук. Та же самая замороженность, да, то есть вот такие люди, к сожалению, их много в топ-100, к сожалению. Наоборот, широкая палитра жестов для каждой ситуации, для каждого контекста, она говорит о профессионализме человека. Дальше. Опять же, ошибка, вот не знаем, куда деть руки. Неоднократно говорил, повторю еще раз на камеру, публичное выступление – это навык. Там не надо думать, там должно на автомате все получаться. Соответственно, профессионал – все на автомате работает. Дальше. Штампы, либо жесты-паразиты. Ну, вот я хотел бы вам рассказать, сегодня там что-то подчесывается и так далее, и так далее. Руки в брюки, везде причем. То есть не подумайте, уважаемые коллеги и уважаемые зрители, что я выискивал. На любое видео я готов предоставить по запросу ссылку. Пожалуйста, посмотрите сами, проверьте меня. Наоборот, руки подкрепляют речь. Усиливают речь. Вот, в частности, вы видите ректора одного из крупнейших вузов Петербурга. Он показывает знак Victory, его любил показывать Винстон Черчилль, да, и он работает со студентами. Студенты прекрасно понимают, в том числе, язык символов. Идем дальше. Жесты волнения, потирание рук, там вот взрослый человек, под чьим шефством ходят иногда тысячи людей, да, вот такая вот неуверенность тела выдает, не отсутствие навыка. Наоборот, профессионал спокойно, естественно действует в тех условиях и в тех контекстах, которые у него есть. Идем дальше. Мимика. Несколько слов о том, что у нас и у вас, когда вы выступаете, на лице. Классика. Не смотрит на оппонента. Вот я выступаю на камеру, я вам это рассказываю. Да, совершенно очень часто люди забывают о том, что их снимают. А мы помним, что мы работаем всегда на кого? На клиента. На уважаемого клиента. В широком смысле этого слова. Соответственно, 100% контакт глаз, не должны никуда глаза уходить. Следующий момент. Я вот ее назвал так, шаблонная мимика. Например, выступающий всегда серьезен. То есть это же ректор, я же должен выступить, это как бы, это очень серьезно. Вот обратите внимание, на слайде, вот это вот не совсем ректор, да, это бывший президент Америки Барак Обама. Я специально вставил этот слайд. В интернете вы можете легко найти видео, где Барак Обама, он выступает в Белом доме, интервью у него берут, ему мешает муха, там что-то жужжит, села на руку. Ха! Хлопнул, лук, 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 и показывает.
хлопнул муху и говорит, смотрите, снимите ее. Что в данном случае делает уважаемый президент? Он работает на аудиторию. Представьте, какой-нибудь там человек в Техасе сидит, о, да это же наш чувак, так же хлопает мух там и так далее. Точно так же и здесь, да, то есть вот эта вот каменная статичность, так, ребята, так, все посерьезнее. Нет, не нужно. Сильным решением, например, вот, уважаемая ректор, женщина, является на окончании фразы мы вставляем улыбку. Это хорошо смотрится. Идем дальше. Ну, классика жанра тоже, вот, про лицо сейчас говорим, да, про мимику. Глазки бегают, да, ну, понятно, о чем это говорит. Однозначно прямой, спокойный взгляд на аудиторию, на собеседника. Дальше. Мимика не соответствует статусу. То есть это может быть такой вот презрительный, ну, представьте, да, вот так вот человек на вас посмотрел, что, кто там. Ректор – это светская публичная фигура, и нужно понимать, что 100% времени его оценивают. Нас всех оценивают, кстати, нужно отметить. Соответственно, напротив, спокойная, доброжелательная подача может быть вашим конкурентным преимуществом при публичном выступлении. Идем дальше. Голос. Однозначная ошибка является отсутствие интонирования. То есть я вам буду рассказывать, а помните, еще если добавить бумажка, чтение по бумажке, то просто получается полный завал. Невозможно слушать даже таких маститых людей. Наоборот, интонирование, акценты, паузы и так далее будут вашим сильным решением. Их много. Дальше. Все время быстрая речь или наоборот, все время медленная речь. К сожалению, уважаемые ректоры часто грешат подобными, ну, просто подобным отсутствием навыка. И наоборот, разная скорость речи с учетом аудитории. То есть, например, если мы выступаем на пожилых или работаем с детьми, мы будем говорить помедленнее и так далее. Идем дальше. Ну, вы уже поняли, да, какая следующая ошибка? Это эканья, мэканья и так далее. Профессионал умеет работать с дикцией. Он никуда не торопится, но, опять же, это навык, который ставится. Это несложно. Нужно просто работать. Дальше. Сложные длинные фразы, какие-то ветвистые, будут являться ошибкой для выступающего, особенно с учетом контекста. Наоборот, короткие фразы, и очень важно, мы работаем на аудитории. Вот в данном случае пример, вот усмехается уважаемый ректор, а его декан или замдекана, женщина, она сказала какую-то такую фразу, и он произнес, вы знаете, там Людмила Ивановна, я не помню, как точно зовут, он говорит, ну вы как-то попроще, я сам даже не понимаю, что вы сказали. Понимаете, как сразу мигом выступающий становится на сторону аудитории. Она разделяет то, что, ну, вот эту вот ошибку, секет. Идем дальше. Панибратство. Последний слайд я его сюда вставил, потому что уважаемые маститые люди, да, иногда бывают, забываются. Нужно помнить, например, как в императорской России обращались к студенту. Господин студент. Ну и так далее. Делаем выводы и находим нужный баланс при коммуникации. Резюме. Уважаемые коллеги, сегодня все мы с вами, живущие в России, ну, скажем так, попали в некую такую коммуникационную дыру социальную. Эта дыра заключается в том, что нас практически нигде и никто не учит коммуницировать, особенно выступать публично. Важный тезис. Мой анализ, мое исследование публичных выступлений топ-100 ведущих вузов, ректоров, ведущих топ-100 вузов страны, говорит о том, что цифра более 80% вузов, ректоров не умеют выступать публично. Говорю это на камеру, с уважением. Но навык, извините, отсутствует. Я готов это доказать индивидуально. Третий момент. Предлагаемый мною чек-лист Семенкова позволяет вам, уважаемые коллеги или вам, уважаемые зрители, быстренько прогнать свое публичное выступление и определить, какие есть ошибки, а какие есть сильные решения. Если вы, уважаемые коллеги, зрители, запросите индивидуально у меня, я вышлю полный чек-лист, который содержит более 100 пунктов. Решение, ошибка, решение, ошибка, решение, ошибка. И последний момент. Говорю на камеру, говорю уважаемым коллегам, что при необходимости вы можете прислать мне свое видео, видео своего публичного выступления. Если нет, то самого видео где-то с мероприятия, вы можете заснять дома и прислать. Я гарантирую вам обратную связь по вашему публичному выступлению. Ну а при необходимости записываемся на индивидуальный тренинг-консультацию. Я благодарю вас за внимание. Мой доклад окончен.